сказать, я хочу в первую очередь огромное спасибо. Огромное спасибо всем тем, кто, не проявив паники, смог в этих сложных условиях мобилизоваться и совместными усилиями пройти это сложное и трудное время. Пожелать всем в первую очередь здоровья, профессиональных успехов в нашей нелегкой специальности, в нашем сложном труде, побольше времени находиться дома со своими близкими. Ну и, как всегда, традиционно, чтобы вам, мои уважаемые коллеги, хотелось утром идти на работу, а вечером бежать домой.